Спасибо, что остаетесь с нами. Впереди экономические новости. О них расскажет Алексей Коваленко. Здравствуй, Леша. Добрый вечер, Инна. Автовладельцам придется вновь раскошелиться на железных коней. Банк России поднял стоимость ОСАГО. На 40% повысится стоимость ОСАГО с 12 апреля. Таким образом, минимальный базовый тариф для легкового автомобиля составит 3432 рубля. Такое решение принял Совет директоров Банка России. Как говорится в сообщении банка, корректировки базовых тарифов в ОСАГО связаны с увеличением лимита за ущерб жизни и здоровью с 1 апреля 2015 года до 500 тысяч рублей, а также с новым порядком возмещения необходимых расходов на восстановление здоровья потерпевшего. 102 миллиона рублей субсидий на развитие фермерских хозяйств получит Краснодарский край в этом году из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба администрации края, субсидии будут распределяться по двум направлениям. Первое – это развитие семейных животноводческих ферм. Второе – создание и развитие фермерских хозяйств и единовременная помощь на бытовое устройство начинающим фермерам. Доллар и евро сегодня торгуются разнонаправленно. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчета завтра на торгах Московской биржи упал на 58 копеек до 59 рублей 44 копеек. Средневзвешенный курс евро со сроком расчета завтра вырос на 11 копеек по сравнению с уровнем, сформировавшимся в ходе предыдущих торгов, и составил 64 рубля 18 копеек. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, что деньги обладают способностью размножаться. Это были экономические новости от Алексея Коваленко. Мы продолжаем.